Армянскую провокацию против азербайджанских военнослужащих и российских миротворцев обсудим с депутатом парламента Азербайджана Расимом Мусабековым. Здравствуйте, господин Мусабеков. Добрый день. Итак, о чем говорят попытки дестабилизировать ситуацию в Карабахском регионе со стороны Армении, по-вашему? Ну, очень вы корректную формулировку используете. Это даже больше, чем провокация. Это самый настоящий террористический акт. И он лежит в русле вообще-то армянской террористической традиции. Я хочу напомнить, что более чем 100 лет тому назад вот те самые печальные события в Османской империи, которые армяне 100 лет по всему миру пытаются пихать как геноцид армян, начался с террористической атаки армянских боевиков на Оттоманский банк. И подобных шагов было несколько. И это делалось специально для того, чтобы спровоцировать ответные репрессии, которые же можно будет предъявить миру как геноцид, невозможность проживания армян с турками в Османской империи. И здесь то же самое. Ведь, в общем, этот негодяй, он ведь вообще даже не карабахский, он гражданин Армении. И суть его провокации заключается в том, что вот он бросил гранату, и, в общем, скорее всего, вроде бы его российские миротворцы для наказания передают сепаратистским, так называемым, властям в Ханькянди. И, в общем, он отделается испугом, но в ответ, в следующий раз, даже если из кабины автомобиля будет брошена пустая пачка, от сигарет, в ответ ведь может раздаться уже автоматная очередь от азербайджанских военных, которые стоят на постах, и они уже сталкивались с террористическими действиями армянских боевиков. А в этом автомобиле завтра окажется еще и какая-нибудь там пожилая женщина или ребенок, и все это можно будет использовать для того, чтобы поднять вселенский плач на весь мир, что бедных карабахских армян истребляют, и что они не могут так дальше жить в составе Азербайджана, их надо немедленно во имя спасения признать независимость или передать Армении. Вот суть этого террористического акта, как и всех террористических актов, которые до сих пор совершались армянскими боевиками. Я думаю, что, в общем, со стороны азербайджанских военных, я думаю, что правильно было сделано, что была проявлена выдержка. Точно так же мы проявляли выдержку, когда из территории Армении осуществляли запуски по территории Азербайджана. Мы не били в ответ Ереван или Гюмри, а только точечно уничтожали пусковые установки ракетные, которые дислоцированы были в Арданийском районе. Ну и сейчас, я думаю, что военным, конечно, нужно проявлять и выдержку, но каждый такой негодяй, безусловно, должен быть наказан. Посмотрите, они сейчас уже распространяют бредовые измышления о том, что это месть якобы за то, чтобы в Шуше этих водопроводчиков, которые точно так же совершали провокационные действия в день, когда в Шуше находился президент Азербайджана и его высокие гости. И никакой он его не брат, у них разные фамилии, вообще не имеют отношения друг к другу. В сущности, я еще раз повторяю, мы имеем дело с террористическим актом, нацеленным на то, чтобы спровоцировать убийство, спровоцировать столкновение. Я думаю, что он должен быть наказан по всей строгости закона. И в данном случае, конечно же, рассчитывать на то, что проявят благоразумие и в соответствии даже с собственными законами и накажут вот этого террориста, но нам надо разговаривать с российскими миротворцами. Они несут, в конце концов, ответственность за то, что подобного рода акции на территории, на которой они осуществляют свою миссию, не повторялись. А вот, кстати, вот что могут сделать российские миротворцы и азербайджанские военнослужащие для того, чтобы предотвратить подобные террористические акты? Есть ли какие-то возможности у них для этого? Они взаимодействуют вообще-то с властями так называемых сепаратистов. У них есть возможность предупредить их самым жестким образом о последствиях, которые будут попустительство подобного рода действия со стороны вот этих сепаратистских властей, самозванных. Они такие же преступные, как этот террорист, но при всех случаях российские миротворцы с ними разговаривают и контактируют. Они полностью зависят от того, как себя, в общем, с ними выстраивают отношения российские миротворцы. И я думаю, что у российских миротворцев есть возможность
привести их в чувство, и в том числе их руками подобного рода террористов, негодяев обезвредить. Но если не будет понимания, то я думаю, что и российские миротворцы должны понимать, что их миссия на территории, она будет терять смысл. И те, кто совершает подобные террористические акты, должны понимать, что ответ Азербайджана может быть даже несоразмерно жестким и жестоким. Ну тогда пускай пеняет на себя. Большое вам спасибо. Я напомню, теракт, совершенный сегодня армянским гражданином недалеко от города Шуша, мы обсудили с депутатом парламента Азербайджана Расимом Мусабековым.